бүгін құрметті әріптестер, құрметті достар, Шолқадыр региондардан жиылғанбыз. Мында енді Ерназар Нұрыш Шолқадыр көп тілектер тіледі. Мен енді оңға қосылып қана әзгіне бірге сөзін айтасым келе. Чүнки біздің шәһәрлерде барымызда көрдік бик мотор йортларын сақлағандар әлі көбісі шондай неде моторлықта ауыл ішлемейді. Мына Шолқадырда әлі біз ауылларға барып жетіп болмады. Мен енді так я думаю, действительно, и наши Томской области, и деревни, наверное, такие же, как здесь, наверное, национальные, вот это сохранность деревни есть, наверное, мы надеемся на это, и надо бы, конечно, наши все истоки идут с деревни, надо бы, конечно, сохранить и в Томске, и Омске, и в других регионах наши деревни, потому что наша деревня, если мы его сторону оставляем, это будет вот уже непростительные вещи для наших детей, для наших внуков и правнуков. Поэтому наша вот цель, вчера вот у нас сидели по сельским конференции, там сидели и все вот говорили об этом. Деревня умирает, деревня вот такая еще, ну, деревня не будет умирать тогда, когда наша шмекарлях, бизнесмены берутся за это дело. Вот у нас в Омской области такие есть тоже, и в других регионах. Давайте вместе отнимем деревню, потому что это нам очень надо. Вот больно, если вот некоторые так сердце вот рассказывают мне, что вот действительно больно смотреть деревню, что он разваливается. Там земля лежит необработанная, здесь земля лежит необработанная. Ну, такая, ну нам надо стараться делать вот это. Поднимать. Я желаю удачи. Марин, ты расскажи им, как ты свой тюменек сохраняешь, какие чудеса делаешь на этой земле. Двумя словами объясни, потому что не все знают. Да, наша деревня тоже была банкротом, хозяйство было банкротом, действительно, в одно время, в 90-е годы, 2000-е годы. У нас тоже провал был, все, ничего, коровники нет, ну, я как-то по судьбе взял это хозяйство, и начали мы там вот это восстанавливать, и мы, значит, племенные русские тяжеловозы, лошади, и мы довели их уже на 300 голов, у нас они племенные, и мы из них кумызы делаем, наши кумызы уже везде знает, даже Австралия, Турция, они приезжают к нам, и чтобы вот эти, которые наши друзья были, мы построили, значит, наша деревня Бабой-Утара. Там, значит, наша деревня 327 лет, вот на сегодняшний год. И вот два года тому назад построили Бабой-Утара такой. И там наша вот эта, его деревня нам жизни. И начиная с 17 века мы начали вот это дома построить, вот это показать. Вот у меня 5 внуков, я им рассказываю, вот так жили. Но они не понимают. Вот это меня толкало к этому мысли. Вот им показываешь, они руками трогают, вот они понимают, что это действительно так и жили наши прапрадеды тогда. А по словам они не понимают. Поэтому вот кто у нас много приезжает за границей, много детей приезжает, смотрит, и вот они руками держат, и тогда понимают, что действительно наши вот предки жили так, и они спрашивают, а как они жили без телевизора, как без телефона жили. Вот такие тоже интересы, вот им объясняешь, они уже понимают, действительно жили вот так. Поэтому у нас на экскурсии много, там и гостиниц у нас есть, вот, первый в этом году мы дома построили, и там первый год мы чисто татарском языке, значит, меня баллар лагерь сделали, и там они познакомились всякими природами, травками, что это, что за дерево, что это за лошадь, что это за кумыс, откуда появляется. Они своими руками у нас через день вот девушкой своими руками сделали перемещей,
болеешь, вот это, и нас кормили они, вот, они так рады вот с этим кормить нас, и мы с удовольствием вот это приезжали, вот нас гости тоже собрали. Вот они рады вот этому, поэтому мы старались, там, конечно, не все, мы татарский язык не можем аларга передать в это 14-2 недели, но, тем не менее, алар суть дела, и как это понимание, вот, алар, когда вот один пример, один парень 12 лет, у него, значит, мать русская, а отец татарин, вот отец хотел, чтобы он понял татарский, когда он приезжал, ничего не понял, когда вот уезжал, он со мной исян балагас, вот это, и некоторые слова уже, я говорю, уже понимаю, но говорить-то не могу, вот такими делами мы стараемся вот это поддержать, и хотел бы вот вы нам приезжали, посмотрели, и как-то опыт, я не говорю, что что-то, опыт взять и что-то делать вот для своей деревни. Мы же можем, желание надо для этого только. Денег он, как-то он всем не хватает, но желание это больше всего, вот, деревню сохранить, вот это желание надо нам крепить, и біздің милеттер олар ауылларын сақларға тырышалар. Шының үшін сізге шушы іште ұңғышылар тілейм. Бірге ішілейік, бірге бұлайық. Әм енді бірге шушы ішілеріні башқарып шағырай әсір. Енді бір мүнгештің қырназен орыс мүнінде ұқшалет сәгіз бірге ғырама тапылыған едім. Тапшырып, шып кетсем, яғадан бөлі бермес кәрінгенек бол Құрметті Филарет Ғабдылбаян Ғафоров, сізге бүтін рәс татар ауылары іштемегі үшмәс есімінде Урал түбәгі татар ауылары тарихы үйренуге, қалқы біздің милли мәдәнет әм тарихи мирасын сақлап алып, бұғынан бұғынға тапшырға өз үлішкізіні күртуіңіз үшін ұлы рахметімні әм ихтарамына білдірем. Тұрмышын қадірі біліп, матур әм мәғнәлі ешеуіңіз, кішілерге рухи тірек болуыңыз, ешерге күш беруіңіз білен көрінәксіз бізге. Ішігізді оңшылар, нықты сәлеметлік, шатлық қуанышылар, бәхіт әм именлік тілейбіз. Әм енді мұна қолдар ішіленген, біздің көзіміздің күлі сағат, шошаны енді сіздің сенара жүрекшіп өлтіп істәрейміз. Онда ма? Екатеринбург. Луиза Алимшан қызы Шамсуддені баға тапшырасын келе. Шынды өйлер қала сағат, дәмейді ұл сізден әр бақытта. Шынды бұлекіне Равел Әмір ұлы Бадыреттеновқа, бұл енді Новосибирск үлкесі татар ауылларын сақтауда, бек өзінің зор үлесі кеткен кісі, бұл енді ауылларымызды сақтауда, рахмет көрсетеді. Шынды сағат. Енді сіз тағын бір, бұл енді біздің Татарстаннан, Илдар Фатболлаулы Сафинныға бөлек тәскелі, Идел Урал түбәгі татар ауылларын бік тұрышып үшін тұрақшы, біз енді көптен білем, чүнкі ауылылар үшін жанып бейіп, татар атлар үшін жанып бейіп бір тұрақшыларын күші, әлі мүлі құлда кетан ұлдар анықты, татар ауылыларға шығында жазып, бүк сұм еткіріп, бейіп тұрған күшілерін күші. Татарлары бүгін неге Томскеға келіп жетті, олар да келді, китап болып келді. Хан бағырмат шараларына барып үзілердейді, татар аты офисиалды рәуіште документалі тіркелді, қадыр татар халқының оты да бар. Бұл біздің қолып үшін зұр вақиға, хан қадам етірен аляқы әлемесі бәлімлері, шылай ұқ, шушыл кәдеш рәуішілер, татар аты китабын бастырып шығардылар. Білгілі бұл әлі татар дүниясына торалар, хан бұл китабыны
минем якташым, Татарстан Офицалы Министрының урынбасары Хадипов Нәдип улы шунда барам дигәч, шушы уйышмаганың библиотекасына иң беренчеләрдә булып тапшырырга кушты. Татар атларында барсы теркәлгән, барсы язылган иң беренче татар атлары Томскига килеп китап булды. Бигер рәхмәт. Преподаватель кафедры археологии и этнографии Томского государственного университета Волков Владимир Геннадьевич за особый вклад в изучение памятников истории культуры наследия татар, тюркских народов Сибири, истории культуры татар сел Томской области, пропаганду исторической культуры знания среди населения, воспитание молодых людей к родному краю. Спасибо. Там бір рекламаға айтам, енді келесі елда, 20-ші елда біздің баба ұтарында тағында балылар лагер болашақ. Біз әні келесі елға енді өткен ел 300 болса, бұйыл енді келесі елға 400 бала қабыл етешекпіз. Сіздің регионлардан да, түрлі регионлардан әгер де келсе, бірге алар бір-бірсілен дұстылашып, бір-бірсілен танышып, Яшәсәләр июнь айыннан башарачак. Шуның өчен хәбәрләргә чыгып торып сөйләрбез. Һәм инде сездән балалар килүен көтәбез. 12 10 яшьтән 17 яшькә тиклем балалар кабул ителәчәк. Рәхмәт.